На 50 открытках художника Савина «Старый Уссурийск». Большинство изображений списаны с исторических мест города. Старый центр мастера кисти притягивает особенно. Своей загадочностью пленят фасады домов. Пастельные тона зданий Владимир Дмитриевич переложил на картины, после перевел на открытки. Арбат мне нравится весь. Это, знаете, здесь воздух, аура, здесь все родное. Это же история. История нашего города. Здесь как бы преемственность поколений. Я стою, здесь у меня радуется душа, как у уссурийца. Уголок старого города – Уссурийский Арбат в начале 20 века. Уссурийская ночь. Полсотни открыток показывают цвета и переливы Арбата старого и современного. Передвижная выставка художника Владимира Савина периодически появляется в разных местах. Люди ходят, смотрят, останавливаются, задают вопросы, восхищаются. Скажу, так интересно вообще. Владимир Дмитриевич Арбат описывает не только красками на холсте, но и словом на бумаге. В жаркий осенний день художник вспомнил стихотворение собственного сочинения о зимнем Арбате. Колокольный звон плывет над Уссурийском. Наступает праздник божества. Снег сверкает чистый и лучистый на Арбатской площади с утра. Яркость красок, гомон птиц в деревьях, иней серебрится на ветру. Церковь наша в праздничном убранстве. Ждет она крещенскую пору. Сейчас у Владимира Савина три желания. Создать фильм «Уссурийский Арбат», подарить городу свои картины и открытки. А главное, сделать все возможное, чтобы в этом здании на углу Калинина-Тимирязева появился настоящий большой дом творчества. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.